Hey, yo, guys, с вами Шумики, мы продолжаем проводить игру по названию Borderlands Remastered. И это у нас дополнение про какую-то траву, не знаю, какой-то вирус. Короче, коготь бога, я взял задание, нам нужно поговорить со всеми... с кем-то. Убежище? Ну погнали. Убежище. Как вы помните, и по главному сюжету мы с вами поднялись в воздух. Нифига тут заданий! Хо-хо-хо-хо. А, это найти убийцу, это я помню. Плевать, не хочу выполнять. Я вон по сюжету выполню, да и все. Обычно мне сложно облечь мысли в слова, которые не вызвали бы у тебя головокружение или тошноту. Однако сейчас мой разум кристально чист. И поэтому я скажу тебе всего два слова. Возможно, самые главные слова в истории Пандоры. Убей Джека! Вот. Пусть это поможет тебе проделать огромную дыру в лице Джека. На удивление то, что вообще здесь русский язык есть. По главному сюжету мы вообще его уже одолели. Если зайдет искатель хранилища, передай ему мою любовь. Чё? Не, ни за что, фу! Это, чувак, мы тут с Элли только что говорили. Ты это... возвращайся живым, лады? А сможешь? Притащи башку Джека на палке. Скутер дело говорит. Из башки этого подонка я сделаю миску и буду чипсы из нее есть. А, чуть не забыл. У нас с Элли для тебя небольшой сюрприз. Но я же... А, подожди. Коготь бога, это ж основной сюжет. Это сюжет этого. А, вы поняли. Надеюсь. Я голоден! Я съем твоих детей! Сынок, будет немножко больно. Почему 6 FPS? Я не мастер говорить, но хочу, чтобы ты знал. Мы все тут за тебя горой. Джек разрушил мой дом в Фаерстоуне. Наконец-то он получит по заслугам. А мы проходили вторую часть без локализации, помните? Короче, да, это основной вообще сюжет, уже финал. Ущелье Герой, поговорить смог, если вы должны найти выбежище красавчика, прежде чем он разбудит воина. Ну да. А у нас другая немножко цель. Все-таки мне сюда вообще даже не нужно было идти. Паркур, паркур. У меня ключи есть? Жаль. Битва за что там? Бакбургер. Бакбунгер. Прошу, отправь мне эти образцы как можно скорее. Я завершил приготовление полностью раздела. Так что между мной и эликсиром пены этого костюма бензин ничего нет. Ощущения весьма волнительные. Тут слишком много есть кнопочек, которые можно понажимать. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Не умирай, я потеряю источник дохода. Так, что тут есть такое ценненькое? Ничего. Приятно иметь дело с искателем хранилища. Oh, that's on me. О, мой косяк. Да, это сканирование ягодицы. Не спрашивай, я... Ну, чё, бандитское понятие. Я понял.
Прошу, без сканирования. Обожаю эти звуки. Vault Hunter, over here. Искатель, сюда. Так, отсканировать образцы для Тани. В любом конфликте можно узнать врага. В этом случае враг представляет собой армию безумных растений-мутантов. Черт побери. Конец задания, Лилит. Вот так. Tannis is working. Очки навыка получены нам. Неплохо. Блин, а что мне? Мне это бы линия фронта. Урон при стрельбе, когда мы стреляемся. Хотя... Ну, видите, тут в основном в этот идет. Ну, давайте. Чё мне? Танис работал над антидотом, а пока давай найдем. Эй, Лилит, мы с Когтем неплохо устроились на скорабе. Можешь попробовать найти путь к убежищу? Мордекай, рада тебя слышать. Ах, я возьму тебе сражаться без меня. Будь брюмо, приготовьтесь. Группа солдата удачи Герксон направляется. Элли, пора в бой. Защити лагерь, готова? Почти. Помоги мне подключить еще более турелей и сеть искателей вон там на столе. Гаечный ключ. Как вы помните, вообще сюжет был, когда вот этот челик, это из Borderlands квеста. Так, включить гаечный ключ. А доктор Зет, подожди, это наше, да? Эти штуки печенят это угодно порой. Я бы отправлял для лагеря засаду. Так, подожди, почини турели, а где эти? Ага. Почини турели, я думал, здесь, в этой локации. Блин, наверное, нужно было пули купить для пулемета. Хотя 480 плюс то, что у меня уже в магазине вставлен рожок. 500 с чем-то пуль у меня сейчас. Ой, блядь, сейчас шансон... А, стоп, я же просто отремонтирую их, да? Ё-моё. Чё так жёстко? О-о-о! Что-то как-то нечестно было только что выполнено все это дело. Я хочу здоровяка этого сфоткать, пока его не убили. Давай, 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 побежали, побежали. Гиперион рекомендует глубоко вдохнуть и выдохнуть несколько раз, а затем жестоко отомстить тому, кто убил.
Не. Познакомьтесь с моей подружкой. Да, черт возьми, ты смог выглядеть похоже, как искатель хранилища, но сражаться ты так и... Танос, есть новости? Так, я не смогу сделать антидот, но я... Следы газа, тянувшиеся к учету по имени... Ого, Касси? Я знаю этого учения чувака. Я сейчас чаще ему позвоню. Йоу, Касси, это я, Вон. Вон, привет. Я очень занят работой над секретным проектом. Понял, понял. Супербыстрый вопрос. Это ты превратил моих братанов в зомбаков? Я бы никогда не сделал братанов зомбаками. Гектор, клянусь, что... А, ясно. Меня обвиняют заставить работать. На этом маньяке облажался. Эй, такое случается даже с лучшими друзьями. Приходи в мою секретную лабораторию. Может, войти через старую шахту даль. Я немедленно зачищу работу над этим. Я еще не спущусь в шахту, Лили, даже тебе не знают, что там может находиться. Держи меня в курсе, Мордекай. Искатель вступает там. Да, встретимся там, подожди. Мне нужны пули. Но не надоели на меня нападать. В натуре. Это пещера, да, его секретная? Так, вот это мне вообще нихера не нравится. Ну хоть тут не лагает. А, это ж кохоть. Новый кровокрыл. А, это новый. Встретитесь с Мордекаем. Это коготь, новая птица, Мордекай. Я думал, он попытается нам что-то сказать. Что такое коготь? На Мордекай напали? Искатель, следуй за когтем. Окей, давайте я сначала немножечко. О! Какие-то планы действия. Следуйте за когтем, собирай подсказки. Найдите Мордекай. Горы, горы. Ага, там закрыто. Можно мне машину хотя бы взять? Блядь, подожди. Я пойду спущусь, возьму как раз машину. Я понимаю, что я могу просто спрыгнуть, но... Не. Я не настолько глуп. It's
От Мордекая. До сих пор ничего не слышно. Продолжай следовать за когтем. У нас... Мы сражаемся вместе с самого начала. Так, подожду, пока... Кровокрыл... А, коготь. Куда-то доедет. Так он не подсказки оставляет, он просто срет. Мордекай, Брик, Роланд. Мы прикрывали друг друга, сражались вместе, поэтому мы и выжили. Когда Роланд погиб, Мордекай помог мне держать трудно. О, тихо, тихо. Почему, когда одного убиваешь, блядь, второй вылетает? У меня сейчас машина сгорит. Так, можно работать. Мне интересно, что он вообще скидывает? Короче, хуй знает. Да ты надоел. Все? Так, войти в лагерь. Кнопка входа с той стороны. Коготь, ко мне! То чувство, когда у тебя оружие наносит десятки раз больше урона, чем... Короче, я понял. Ладно, пофиг. Тупая коррозия. Найдите Мордекая. Критическое попадание. Кроши их в капусту. Какого черта? Ну вот, видите, вот дисбаланс, о котором я говорил. Я понял, классный автомат. Oh.
как они меня бесят. Вот и все. Фух, а вот об этом я говорю, что типа очень сложно. Быстрее. Давай, я сейчас сдохну. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Видите, проблема в том, что мне не дадут предметы для этого уровня. Ну сейчас просто врагу будет full HP. Спасибо, что выбираете. Да, и все. Почему мне снова так много пуль? Ладно. Сверху врага слышу. Прицел не нужен. Да забеги ты, сука. Главное щит снести, а дальше можно и огнем убивать. Ладно, возьму. А это... Кровокрыл летал. Это было несложно. Так, подожди, сколько у пистолета урона? Это вообще пистолет был? А, это был не пистолет. Ну ладно. Максимум здоровья. На косаре больше брони. Не знаю, не знаю. На десятку. А, ну, задержка по зарядке довольно меньше. Ладно, пускай. Поднять на ноги мордыка. О боже! Ты в порядке? Лилит! Эти придурки заразили меня! Черт! Мордекай заражен! Это моя вина! Нам нужно антидот! Сейчас же! Я доставлю его в лагерь, пробеги через шахту и найди ученого! Превосходно! С нетерпением жду вашего прибытия! Удачи на основной шахте, да, Ли? Я пришел там, что... Проклятые...
О, нифига, там что взорвалось. Типа сюрприз, да? Бумч-дич. Пандам, буду-будум. Так, ну я сюда заехать не мог, так ведь? По сути, да, я не мог сюда заехать. Берем транспорт, сейчас летим вниз. Так, войти в шахту. Ну, погнали в шахту. Или это на другой территории? Что думал, я оставлю тылы открытыми? Это же элементарно. Бля, надо было цветок уничтожать, пока он еще рос. Короче, я понял. Бац, бац. Бац, бац. Бац, бац. Так, давай сразу это проясним. Да. Большинство моих товаров подобрано с группов искателей приключений. Так, взрывчатка, огонь. Ну, здесь множитель на 3 бывает. Ну, пускай пока лежит, может пригодиться. Так, ну вернуться мы успеем, поэтому... Пасхалочки есть какие-то? Или я просто сюда так спрыгнул? Ну не знаю, типа камни с цепями. Может ли быть это какая-то отсылка или типа того? Просто свалка. Да, просто свалка. Вообще ничего нету. Только когда я сейчас буду выбираться, будет здесь враги. Ну, это уже другая история. Пойду создам новую машинку себе. Посмотрим, что она сделает. Грузовик. Ну-ка, попробуем. Грузовик. Может, он просто немножко получше будет. Туда мы вообще еще даже не ходили. Хотя там территория тоже вот знатная, как я вижу.
Да, как и с ракетами, попробуй попасть. Ну слушайте, зато... А, у машины мало хп, да, я как понял? Сколько у точки хп? У той было в районе 10 тысяч. Ладно, я понял. Но этой точки мало. Ладно, давайте... Хотя ладно, тут уже осталось бежать. Испугался. Слишком далеко убежать. О, а тут бар всегда был открыт. Так, ну мы задание выполнили. Эй, убийца, сюда. Помочь Мордекай подняться. Мордекай заражен, и Кассия может быть вашей единственной надеждой на исцеление. Да, поможет нам Бог. Нам нужно как-то пройти сквозь эти ворота. Кассия — наш единственный шанс. Спасибо, Мордекай. Тритано — крепкая штука, Лил. Даже одолжить пушку у сатаны. Эй, Лилит, а как насчет Гелиоса? Да, это может сработать. Бандит, ты жил на Гелиосе как-никак. Думаешь, ты сможешь? О, да, конечно. Но чисто для информации, чтобы попасть на Гелиос, тебе придется пройти через норы. Удачи и не умрите там. Я не люблю использовать оружие Джека, но если она решит проблему... О, чувак, это интересно. Выживание в норах — это обряд посвящения в бандиты, знаешь что? Если ты сможешь быть моим вице-вождем. Так, у нас появилось три задания здесь. Вон потерял свой клан. Дерьмо. Но вы можете помочь ему получить новый недерьмово. Искатель, не мог бы ты помочь мне с... В общем, эта атака убила и отравила всех моих клан, приказав все с Гелиона. Не можешь ты районе, чтобы улучшить, ну, знаешь, в убийстве лидеров группировок или затаить их территории? Окей. Ну, настоящий ее разочарован. В команде было несколько крутых ублюдков. Но, эй, бандиты жизнь. Привет, Мокси. Пришло время для особой поездки. Видел убежище так за сооружением? Привет, сладенький. У меня есть кое-что важное для тебя. На случай, если ты не знал, мой сын Скутер, он недавно умер. Он ушел таким, каким я его знала, его всегда героем. Еще попрощалась с ним, но прежде как мы покинем убежище, я нашла эхо в вещах Скутера. Там сказалось, что он искал тебя, искатель. Тинни, сядь на самую маленькую задницу, Мордекай, я просто пытаюсь обезопасить тебя. Но тут появляются бриллианты. Ладно, во-первых, соберите все мои лучшие девичьи журналы с булками. Так только раздобудешь эти журналики, найди их в хороший дом, лады. Так, давайте я сразу еще вот это задание возьму и закончим. О, мне наконец сюда дают зайти. Это типа тюрьма была? Ага. О, доктор Зет. Доктор Зет отправлен единственный человек, который исцеляет этих бедных мутировавших ублюдков. Определенно. У меня есть для тебя работенка, если ты не против, замарать ручки. В общем, мне нужна
некая лицензия для помощи людям, и я думаю, что я так, кто вернет эти уродливых в обратный облик. Человеческий облик, но для этого мне понадобится кусочек или плоти, в котором заражается. Когда я вылечу это быстрее, чем успеешь сказать, «Эй, у этого парня нет медицинской лицензии, гони из этого детской больницы». Между нами говоря, у меня есть скрытый мотив для моего маленького проекта. Видишь ли, я пытаюсь впечатлить леди. Тенни, мне нравится ее мензурка, если ты понимаешь, о чем я. Щелкает языком, о да. Окей. Ну что, давайте тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.